Итак, всем привет, дамы и господа. Ко мне пришел телефончик на обзорчик Motorola Razr. Вот такой вот у нас телефончик Motorola. Такая вот у нас коробочка. Это V8 модель. Вот, смотрите, у нас написано V8. Коробка у нас такая черненькая вся, с надписями всякими. Bluetooth тут типа, сайт Motorola написан. Такая нормальная коробочка пришла, не побитая, ничего, все в целости, сохранности. И так смотрим у нас, что у нас тут, сам телефончик у нас. Так, зарядное устройство microUSB. Так, сам microUSB кабель. Ага. Наушники. Наушники обычные, не вакуумные. Вот такой вот у нас типа чехольчик, непонятно, что это такое, какой-то мешок. Ну и сам user manual. Угу. Let's start. Тут у нас все на английском. Вот так вот, кладем все это обратно. Отставляем в сторону коробочку нашу. И смотрим наш телефончик. Так, что у нас тут за чудо пришло. Вот такой вот у нас аппаратик красивый. Весь такой глянцевый, блестит. Камера у него здесь. Так. Такой весь в пленочках, пленки все. Это, кстати, металлический телефон. Такой довольно увесистый телефончик. Сейчас мы его включим. Тут у нас по традиции батарейка заклеена. Вот, контакты по ходу дела. Так, туго батарейка. А нет, да, заклеена. Сейчас мы снимем вот эту вот штучку. Вот обычно это ставят для того, чтобы в дороге случайно не включился телефончик. Вот. Так что мы это дело сейчас уберем отсюда сюда. Вставим обратно нашу батареечку. Так, внутри у нас там все в порядке. И мы все дела, все стоит, разъем под сим-карту. А microSD здесь поддерживается или нет, я что-то не вижу. Походу microSD здесь не поддерживается, кажется. Насколько я могу судить, потому что вижу, вроде нет. Так, закрываем вот эту штучку, конечно, надо бы чуть-чуть пригнуть, а то она как-то мешает. Так, вот сейчас закрываем крышечку нашу. Так, надо еще попасть в пазы, а то еще попробую попади тут. Так, закрывается, блин, конечно, ё-моё. Попробую еще закрыть. Открыть открыли, а вот закрыть, зюськи. О, все, закрыли. Такой вот у нас аппаратик. Вот такой вот такой. Сейчас мы его включить попробуем. Так, а где у нас кнопочка? А кнопочка, наверное, вот это вот у нас. Так, еще раз посмотрим наш внешний вид. Очень даже так неплохо выглядит. Солидольно. Угу. Такой красивый аппаратик. Сейчас мы его включаем. Итак, батарейка заряжена. Тут у нас логотипчик еще такой переливается. Вот видите? Прикольно. Вот такой вот у нас моторольчик. А ну включайся. Hello Moto заставочка у нас. И вот мы зашли в систему. Так, нам надо зайти в меню. А где же наше меню? Так. Угу. И поставить русский язык. На клавиатуре, кстати, русский уже стоит. Клавиатура с подсветочкой. Так. Profiles, Themes, Content, Cell Setting. Так, это нам, походу, не надо. Нам Font Setting, Display Setting, Battery, Language. Батарея у нас, кстати, полностью заряжена. Испанский, английский есть, французский есть, арабский, еще какой-то там. Короче, языков хватает. Кстати, телефончик-то долго и шел, а батарейка даже не разрядилась ни на 1%. 100% заряда показывает. Очень даже круто.
Такой телефончик очень хорошо держит заряд. Вот такой вот у нас экранчик. Так. Сейчас мы, интересно, камеру посмотрим, что у нас тут с камерой. Отдельная кнопка на камеру есть? Походу, есть. Вот еще экран для уведомлений. Тоже работает, светится. Он, походу, тоже должен быть цветным. Если не ошибаюсь, вот такая вот у нас камера. Сейчас мы что-то сфоткаем. Так, а ну-ка. И, а почему не фоткает? Что-то не пойму. А, вот, кнопкой Home надо фоткать. Что-то я как... Это, короче, эта кнопка запускает камеру, а здесь надо фоткать. Вот так вот у нас фоткает. Угу. Вот такая вот у нас камера, вполне обычненькая. Сейчас посмотрим в функциях. Так, функции. Стереть, отправить, применить, изменить, печатать, сохранить. Только сохранить. Так, надо же посмотреть, что там с разрешением. Так, назад выходим. Меню. Угу. И заходим в мультимедиа. Фонотека. Угу. Нет, не то. Нам надо фотокамера. А где наша... Это самая галерея. Как в галерею попасть? Перейти к медиа. Так, графика, мото. А вот они, походу. Так, это уже поставщик там у себя фоткал. Так, удалим. Удалим. Сейчас мы нашу фоточку посмотрим. Так, функции надо посмотреть. Надо посмотреть. Отправить, применить. Метод печати, настройка. А где посмотреть свойства? А, вот они. Так, свойства у нас такие тут. А ну-ка. А разрешение где? Странно, место. Изменено, размер. Ну, я так полагаю, здесь 1,3 мегапикселя где-то. Или 2. Ну, скорее всего, 1,3 мегапикселя, потому что больше тут и не может быть. В общем, снимает обычно. На 1,3 мегапикселя особо надеяться не стоит. Сейчас мы еще... звук послушаем. Картинки, музыка и звуки. Так, а что же у нас стандартные мелодии? Карбон. Так. Звук чистый. Очень даже чистый звук. Мне нравится. Так, что там у нас? Так, и где у нас там дальше, какие мелодии есть? Звук очень-очень качественный, ребятки. Так что, в принципе, классный звук, мне нравится. Очень даже такой приличный. Хороший звук. И мелодии такие классные. Надо себе скачать на телефон. Классные мелодейки. Так, а ну-ка. Так, что там еще у нас из мелодии есть? Moonlight. А ну-ка. Вот такая себе мелодия. Короче, понятно. Вот такие вот у нас мелодии на телефончике. Звуки такие издает интересные при нажатии на клавиши. Все работает. Так, экранчик второй у нас тоже работает. Показывает время. Экранчик, кстати, цветной. Здесь у нас события все показываются. В общем, такой вот у нас хороший телефончик пришел. Так что, ребятки, кому понравился телефон, смотрите ссылку на сайт в описании. Вот, можете его там купить. Вот, и подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока-пока, ребятки!